Школьный спортивный клуб при третьем лицее в этом году выбрал своим основным направлением занятия футболом. В школе футбол активно развивается. В лицее есть даже женские команды. На первенство школ города лицей номер 3 заявил участников по всем 4 возрастным категориям. Опыт нам, конечно, нужен, но и рассчитываем на результат, потому что дети достаточно у нас амбициозные, как бы, да, хотят зацепиться за какое-нибудь место обязательно. Притом и в младшей группе, и в средних, и в старших. Попытаемся. Да, мы участвовали в прошлом году только на кожаном мяче, но так получилось, что третий лицей занял 3 места. Вот, им хотелось, конечно, подняться повыше. Команда третьего лицея была решительно настроена на победу. На тренировках они выкладывались на все 100%, отрабатывали приемы и удары, оттачивали мастерство игры на поле. Мы тренировались очень усердно, разминали вратаря, сами разминались, били по воротам и уделяли время разминке, чтобы не получить травму. Мы очень любим футбол, все, кто тут от нашего лицея, и мы готовы тут всех победить. На первенство школ города по мини-футболу заявилась 21 команда от 12 учреждений. В соревнованиях участвуют 4 возрастных категории, начиная с 5-классников и заканчивая взрослыми ребятами. Играют футболисты по олимпийской системе на вылет. Проигравшая команда выбывает из соревнований, а сильнейшие разыгрывают между собой призовые места в полуфинале. Открыли первый игровой день команды из 3-го лицея и 16-й школы. Оно проводится в рамках федерального проекта «Мини-футбол в школы». С помощью этого проекта реализуется множество программ дополнительных, общеобразовательных и программы, входящие в образовательные стандарты новые. Дети больше занимаются футболом в школах. Футбол – самый распространенный вид спорта и у нас в стране, и в мире. Поэтому у детей появляется больше возможностей для развития футбола. Первая игра закончилась со счетом 8-0 в пользу лицеистов. 3 ноября состоится финал первенства школ города по мини-футболу. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.